Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и сегодня у нас выпуск пойдет про ТНТ и новый сериал «Сурфак», который скоро выходит, и когда он выходит, мы скоро об этом узнаем, потому что я приехала и не знаю, поэтому я приехала тоже после своей подработки, так скажем, это не важно. Мы находимся с вами у библиотеки имени Ленина, самой известной, и в таком необычном месте в первый раз ТНТ проводит вот такой вот презентацию сериала, поэтому я думаю, что в этот раз будет опять очень все вкусно, очень все круто, потому что ТНТ уже зовет который год подряд, и мне это независимо от того, что я сейчас снимаю как блогер, это просто уже такая традиция у нас. Пойдемте посмотрим. Да, хорошо.
нашей любимой аудитории 14-44. Мы по-прежнему продолжаем побеждать, у нас по-прежнему великие события происходят, рост существует, мы очень довольны, все прелестно, все приятно. Александр Велискевич, Саша, ты же здесь, мы виделись, Саша. Александр Буатич. Михаил Тройник, Алексей Евгеньенко, пожалуйста, еще раз. Елена Старостина. Здравствуйте. Да. Слушайте, я не знаю, хватит здесь сиденья, Рубен, как вам быть? Вы можете, да, вы могут сесть, вы можете прислониться, я не знаю, или я могу принести сиденья, вот у вас есть. Я прислонюсь. Нет, мы принесем сиденья, очень богатый канал. Я по количеству шампанского этого понял. Да. Вот. Ну что, я думаю, что спасибо вам еще раз лично от меня и от канала ТНТ. Знаете, я даже желание. Большое спасибо авторам, которые сидят здесь. И большое спасибо актерам. Ура! А мода на плохих парней уходит. Я не знаю, я просто, мне кажется, что мы все так или иначе отличаемся от своих героев, и я не могу оценить, типа, Дениса как Мишу, потому что я знаю Дениса. А он плохой. А он очень плохой. Да, а он не такой уж и хороший. Но, как пример, могу привести своего молодого человека, которого моя мама когда увидела... Да, Саша, да, у меня есть парень. Когда она его увидела, она месяц мне говорила, звонила и говорила: «Саша, он опасный, он очень опасный». Это ничем хорошим не закончится, но когда она познакомилась с ним, она перестала так говорить. Вот, поэтому... К чему я это рассказала? У меня есть парень, ребят! Короче, не всегда, ну, нельзя так просто шаблонно, мне кажется, мыслить, потому что и в нашем сериале герои не такие плоские, типа Лена не тупая, Боря не быдло, Славян не быдло, и... Давай! Я не буду спорить, но преображение Славяна — это очень интересно. Да, в общем, у нас как бы каждый герой, он может показаться сначала довольно конкретным, конкретного образа, а на самом деле это не так, потому что мы все заключаем в себе множество качеств. Господи! Спасибо! Большое! И у меня есть парень! Это самое главное, я считаю. Что еще хотелось вам рассказать об этой презентации сериала? Нам показали три серии и сериала «Филфак». Это было очень интересно. На самом деле, сразу же окунаешься в свою учебу, в институтские всякие терки, всякие штуки. И я никогда не училась с таким большим количеством девочек. Даже если брать философский факультет, то там мальчиков больше, то есть не три мальчика на курсе. Но, как говорят те, кто учился на таком же факультете, именно филологический, то это правда. Вот. Также хочу заметить, что на этой презентации были наши блогеры, всеми любимые, Руслан Усачев, Наташа Берсик и Стас Давыдов, который и это хорошо. И мы так случайно встретились, Руслан даже со мной поздоровался вообще, как бы, ну, я не ожидала этого. В общем, в остальном, очень необычная локация презентации данного сериала, что это было в Московской государственной библиотеке имени Ленина, самый большой, просто самый нереально огромный. Вот, и у меня теперь есть читательский билет, я теперь могу туда ходить, и это очень круто на самом деле. Что касается остального, все прошло просто на высшем уровне, как и все презентации, которые идут от ТНТ. Вот, я очень рада, что еще до съемок блогинга у меня была возможность ходить по таким мероприятиям. Первый увидеть все серии, это очень здорово, кому-то посоветовать сериал, то есть это круто на самом деле, мне нравится, вот серьезно говорю, мне нравится. Поэтому хочу вам сказать то, что с 10 апреля этот сериал будет уже на ТНТ, вы можете посмотреть, насладиться прекрасной актерской игрой молодой и очень крутой актрисы Александры, которая играет главную роль. Меня, кстати, кто-то спросил, схоже ли это с сериалом «Общага» и еще там наподобие. Нет, не схоже, здесь совершенно другая подача. И я хочу сказать то, что несмотря на такую, ну, достаточно откровенную афишу, этот сериал абсолютно не такой. Там тоже есть линия любви, линия отношений. Вот, что мне еще порадовало, что лично у меня сбылась очень старая мечта, очень-очень старая, и я, как вы знаете, я фанат сериала «Школа». И вообще, я фанат сериалов, но об этом как мы поговорим позже. И я фанат сериала «Школа», и представляете, кого я там встретила? Алексея Литвиненко.
который снимался в сериале «Школа». Господи, я с ним сфоткалась. Это так круто. Серьезно, и он такой прям, ох, такой прям вообще. Ну, я думаю, что кто смотрел, и именно кто следил за тем, как живет его герой, они прекрасно поймут, о чем я сейчас говорю и почему он мне так нравится. Вот, кстати, Алексей Литвиненко играет также в этом сериале. Играет, по-моему, Борю. У него роль будет, ну, его будут звать там Боря. Вот. И, ну, я думаю, вы его увидите и узнаете, конечно же, потому что человек за 10 лет, он не изменился, он все такой же, ну, может быть, немножко возмужал, может быть. Я была очень рада то, что позвали, пригласили снова нас туда, и я жду, что еще там месяца через 2, через 3 выйдет какой-нибудь сериал, я снова сниму об этом ролик, и, как обычно, все это выложу на канал. Также вам буду либо советовать, либо не советовать, но чаще всего сейчас то, что делают, но чаще всего тот контент, который готовит телеканал ТНТ, он прикольный, и он мне прям нравится. И я с удовольствием смотрю. Вот. И, кстати, ту адаптацию в сериал, адаптация, про которую я снимала прошлый ролик, вы, конечно, тоже можете посмотреть. Я его тоже весь пересмотрела, его просто буквально за там, 2-3 вечера, потому что я не сразу смотрю все сериалы, а смотрю уже позже. Я надеюсь, видео вам понравилось. Всегда ваша Гром Наташа, и еще очень скоро увидимся. Пока!